Приветствую вас на канале Asmo Deadplay. Мы продолжаем играть Tomb Raider. Расхитительница гробниц. Так. Вышла эта игра в 2013 году. Тут у нас богиня Бурь. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Вот. Правда хочешь. И мы найти? Хотим ее остановить. Нет. Потому что она как дух. Считаю, пока считаю, может, Солнца, это и не мифология, может, что-то научное. Не в причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так, а зачем Матиосу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, так, безумный. Нас... Где предатель? Где эта тварь? Безумие, все, что у нас осталось. Он опять поди ушел, скотина. А если я его увижу, нахрен, надо пристрелить вообще, по идее. Жалко, что вот это как-то не обыграно в игре. Если я подозреваю кого-то, почему я не могу избавиться от него, от этого члена экипажа? Ладно, пошли. Пойдем. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это хорошо. Будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Ага. Денчик мой. А меня вообще мы стрелять никому не рекомендуется. Я не прощаюсь. Потому что я не прощаю этого. Все? Все высказались? А вот и я. Так, для начала, перед тем, как мы отсюда уйдем, что мы здесь видим? Да. Вот так. Вот так. Как быстро. Ну, как мне это нравится, штука. Надо технология вновь приобретенная. Так, так, ну давай сейчас. Она жива. Давай. Доктор. Я же говорил, предатель. Что ты делаешь? Я же говорил, тварь. Так, эти штурмовые стражи, люди, они охраняют монастырь, ждут, когда их представит новая императрица. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Что он делает? Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. Хоть бы его порезали императрицу. На фарш. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Фу, слава богу. Хоть что-то хорошее. Вашу все. Он тварь всегда мне не нравился. Очкарик. И жене своей, кстати, он тоже не нравился. Видели? Видели? Они поверху пошли. Опа, опа, шкура. Так, что у нас здесь? Так, как бы нас ветер не сдул, кстати. Так, а здесь куда мы выйдем? Что у нас здесь? Я думал. Иди сюда, вонючая мышь. Так. Ну что ж, пойдемте. Как он там? На встрече приключениям и дальше.
Так, вроде, бас орал. И мы тоже так же будем. Навстречу приключениям. Самурай, вот сюда залезли они. Давай такие. Так, у нас здесь ничего такого нету. Из рук он выходящего. Опыт. За что? Просто за то, что пролезли. Здорово. Так, вот они. Штормовые стражи. Через столько столетий все еще охраняют свою императрицу. Вот они, они. Так. Вот она, бронебойная, если я не ошибаюсь. Ну, это мое мнение. Надо просто найти Саманту в монастыре. Цитадель. Выполнено. Что ж, выполнено, так выполнено. Идем. Так, так, так. Ой. Так. Я вроде как бы даже пердеть боюсь. Только что тут. Господи. И вот такого монстра мне бить. Он же из меня котлету сделает. Ё-моё. Они вообще еще живы. Что-то я сомневаюсь, что он живой. Ну хотя, как видим, живой. Так. Все прошли. Мне вообще всех ждать надо, когда пройдут. Ё-моё. Их много, они все идут и идут. Поди, не заметят. Не заметили, надеюсь. Так. Вот они стали. Чего стоят? Кого-то раздевают его, что ли? Блин. Одевают. Там. Так. Не сдернуть же их. Господи, какой-то бой будет. Что они хотят сделать с этим здоровьем? Живые ли они? Люди вообще это или нет? Какой кошмар. Давай, только не вздумай падать. И... Тихо. Ой-ой-ой. Мне хана. Ой-ой-ой. Беги. Давай. Так. Давай, давай. Сейчас эти понтоны поди. Бери. Так. Да.
Так. Как они могут быть еще живы? Вот и я про то же. Я первый вопрос задал. Как они еще живы? Даже с ума сойти. Так, я что, я же использовал дробовик. И что, патроны все по максимуму восполнил с них? Ладно. Не допрыгнуть. Так. Что мы имеем? Так. Вот и лагерь. Надо посмотреть. Записки, найденные у того полководца, говорила, что причина бурь — душа в разлагающемся теле. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Ты проклят, Уитман. Ради славы ты готов на все. Наверняка разгадка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Штормовые стражи надежно его защищают. Но я должна это сделать. Хотя я очень боюсь того, что там увижу. Так, боишься ты? Я тоже боюсь. Так, что мы имеем? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, ломай ее. Ломай ее. Да, на ту сторону. Сэмми! Я еще видел. Они идут! Становись к пулемету! Эта сторона моя! Указывай цели! Уходите, ублюдки! Осторожно! Они справа! Так, это что у нас? Стреляй! Автоматные. Задержи! Хорошо. Задержу. Так. От кого мне отстреливаться-то сейчас? Ой-ой-ой-ой. Эх. Мне больно, у меня все болит. По мне еще стреляют? Сейчас? Ну серьезно? А вам на вас что, ветер не действует, что ли? Вот кого я боялся. Вот кого я не хотел видеть. У него, кстати, маска двигается. Как почувствую, что это часть его. Ну, урод, ты похожий, на что вы способны. Тихо. Все идет нормально. Что еще у нас запланировано? Так. Вот и все. Так что. Вот и все. Господи. Вы мне даже не соперники. На раз-два вас. Господи. А вот тот-то здоровяк-то, это да. Вот с тем-то придется мне повозиться, помучиться. Так,
Гранаты есть где-нибудь? Что у нас здесь? Дробовик. Здесь у нас стрелы. А вот здесь у нас... Так, ну там, пожалуйста, берем. Вот здесь у нас автомат, это я помню. Так, ну это полный. Гранаты у нас... Вот так. Понятно. Теперь будем дробовиком пока пользоваться. Раз у нас для дробовика патронов тьма. Так. Что у нас? Здесь ничего нету. Пропасть. Тихо-тихо. Вот так. Так, по нам стреляют. Ага. Да. 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 Вот так. Ну, вроде никого не обидел. А, с пистолета еще не стрельнул, попадать. Вот тут уж. Потихонечку, да, вот так. Что теперь? Нет, дробовик, дробовик все-таки. Так. Возьмем для дробовика патроны. Тоже максимум. Идем. Так. Кто у нас на подходе? Ой-ой-ой-ой. Вау! Ох ты! Ага. Не попал. На. Вот это вот нам, по-моему, нужно бронебойную. Так. Ну как это вот такая? Ну, суть это не меняет. Что у нас? Патроны для дробовика. А здесь? Ага. Ой, господи, у нас еще и гранаты-то полностью пополнил. И... На. Тогда так. Так, на самом деле гранаты полностью пополнились. Ой-ой-ой-ой. Так это вот вообще не в счет. О, разве так можно? Еще разок. Терпи. Вот как. Лучник покруче.
Вот так вот. Что мы имеем? Давайте посмотрим. Так. Где ты? Где ты? Давайте. Ой. Ой-ой-ой. Вот так вот тебя. Давайте. Ну. Так. Вроде неплохо справляешь. Вот и все. Так, это кто у меня так? Я вас всех. Давай. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Так, вот так вас всех. Слава богу, что у меня тут патронов тьма. Так что. Так. Надо будет еще гранату взять там. Что у нас с патронами для дробовика? Опа! Ну вот, твою что, дивизию. Калич баба. Не могла прыгнуть нормально. Господи, ты меня позоришь. Так, где у нас? Тут ничего нет, ничего. Вниз не вздумай упасть. Так. Угу. Здесь у нас до дробовика. Так, возьмем гранат. Хотя гранат нас тоже мочил. Так я живу. Какие-то упакованные покойнички-то. Так что. Тут никого нету, ничего нет такого. Вроде ничего, так. Здесь. А, их еще и пинать можно. Все понятно. Пусть будут тогда уж. Так, ну давай, сейчас дровяк должен выйти. Я почему-то думаю именно так. Сейчас должен выйти здоровяк. У меня что, все полно? Давайте, в ролике же он выходил. Но сейчас-то ему мешает показаться. Просто тут пока столько бомб. Есть шанс, что я его завалю по-быстрому. А потом у меня почему-то уверенности нет такой, что я смогу это сделать в замкнутом пространстве. Давай. Ворота-то вот они. Ох ты, господи. Это вообще что за замес должен был устроиться? Столько много патронов. Они на что рассчитывали, что я тут жить останусь, что ли? Отстреливаясь от всех и вся? Нет, такого не будет, ребятушки. Вот она. Так, я назад. Ходу, ходу, ходу. Вот, ты что, шутишь, что ли? Серьезно, ты вот с этой штучкой
Я что-то сомневаюсь, что он помер. Ой, как сомневаюсь. Я сомневаюсь, что я бы вообще смог завалить. Он там здесь зацепился, тварь. Вот, вот тоже много всего. Так. Я здесь. Так, вот лагерь где-то здесь. Патроны, патроны. У меня все патроны есть. Ну что ж поделать. Вот так. Что имеем? Нет, ерунду мы имеем. Так. Мы сюда. Тут где-то показан. Вот он, артефакт. Давайте возьмем артефакт. Этому китайскому гончарному изделию тысячи лет. Оно попало сюда еще до основания Японии. Понятно. Нет. Итак. Чей дневник? У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их. Они поедают... Ой. Поедают. Это озверевшие каннибалы. Так, что мы имеем? А мы здесь были? Колокол не здесь ломали разве? Нет, ну что-то нечто похоже. Так, ладно. Понятно. Так, что у нас? Еще одна. Да, я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейден. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Эмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории. Не думаю, что Матиас или его брат... Ой, какой он тщеславный. Кошмар. Ну, хотя... Чего можно ожидать от этого ублюдка, если он свою жену предал? Так, мы ползем наверх, наверх, наверх. А что нам наверху делать? Ну, зачем-то туда. Давайте сначала посмотрим, что здесь, потому что... Наверх-то мы успеем, а вот вниз. О. Кто-то лежит. Еще один артефакт. Древность. Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Это что-то плевательница или ночная ваза какая-то. Да, что только они не придумают. Вот нет, что простой горшок. Так, это у нас рычаг от чего? Вот так. Так что наверх-то еще рано было идти. О, кстати, смотрите, человеческие останки. Там даже кираса какая-то лежала. Железная. И поехали. Достаем этот шар. А я думал, шар этот. Так, клетку мы достали это. Давайте я вниз посмотрю, что там. Ой, яма-то глубокая. Так, это можно назад закрыть? Очень бы хотелось. Вот. Ага. Нет, нет, нет. Вот так, закрою на всякий случай. Потому что неохота, потому что эта штука еще. Так, вот теперь можно прыгать наверх. Опа. Вот так, давай. Я знаю, у тебя сильные руки.
Можно запрыгнуть, конечно. Но у нас... взлом. Давай, вот так. И вот здесь вот эта штучка. Так, вообще найдена полная карта, координат, секреты. Ух ты, у нас здесь секреты. А, так это все секреты здесь, которые здесь. Только что... открыл. Итак, нет, вот так. Давай, 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 давай. И куда она полетит-то? Вот так. Это все? Мне нужно попасть туда. Так, это все. Попасть? Ох ты! Попадем. Так. Так, теперь. Вот. А, так я не зря, значит, да? Эту сделал. Нет, почему? А почему я не достаю? Откуда я могу сюда нее достать? Так. Если только на потолок забыть. Вот это. Почему ты здесь ты не хочешь? Именно вот здесь подводка. Так. Если я не могу, так давайте подниму ее. Лишнего не будет. А кстати, можно еще раз попробовать ударить, мало ли. Мало ли, бывает же всякое. Так что. Еще может какой-нибудь кусок отколется. Так. И еще разок. Да. Понятно. Так. Если мы будем прыгать, нет, это ничего не даст, я уверен. Значит, есть только один шанс. Так. И... да ё-моё. Нет. Не получилось. Так. Вот мы эту штуку подняли. А как мне ее раскачать-то? Снизу никак. Сверху. Можно, ну, по крайней мере, я не вижу выхода. На эту штуку мы не допрыгиваем. Качнуть мы ее качнули. Почему оттуда? Даже не знаю. Почему оттуда? Мы же могли бы и так ее качнуть, или и так бы не хватило нам мощности качнуть бы ее. Чем это связано? Чем обусловлены все действия? Так. Стой, давай. Давай, ползи. Что у нас в той комнате? Есть что-нибудь? Так. Ну-ка. Вот я бы так бы мог бы и отсюда. Да,
Мог бы я отсюда, значит, это не зависит. Значит, прыгать я должен все-таки там. Так, а прыгать-то как мне, если... Что-то похожее есть. Пробуем отсюда, значит, запрыгнуть. Давай еще разок. Нет. Слишком высоко. Так. О, так мне еще и настроить надо. Хорошо. Так, а так не слишком высоко будет? Что получится? Я смогу. Я перепрыгну. Да, вот так вот. Я смогу. Надо было раньше просто. Господи, три раза с такой высоты навернуться с целыми ногами. Это что, либо ноги запасные, либо ты кузнечик. Кто он там, стальной алхимик был. У него там у какой-то бабы-то железные ноги были. Вот так вот. Вот. Вот мы залезли. Мы смогли. Давайте, где этот воин? Так, это она. Императрица Солнца. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть, она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О, боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Вот так вот. Теперь у нас и мистика еще замешалась. Хорошо так. И, конечно, не получишь. Сэмми, а кто бы ее получит еще? Вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Она для многих вместилище. Кто бы знал. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Вот так вот. Это хорошо, что кто-то должен остановить, что у тебя хоть на это мозгов хватило. Получается. Так, а что я? Мне куда надо-то? Мне туда и надо. Так, давайте это для начала. Разберемся. И выдержка. Ага. Так. Потом я только колоком, чтобы отбивать-то ее. Хорошо. А так, а у тебя есть что-нибудь интересное? Ты же на троне сидишь. Полазить по тебе. Так, получается, ты одна. И душу свою передаешь. Остальное. Вот такая вот хитрожопая была. Все думали, что власть, а на самом деле душу. Так ты бессмертна будешь. А так нельзя. Это против правил. О,
Но у меня что-то к смертельному бою движется, похоже. Какие запасы. Ну и костер. Точка невозврата. Быстрый переход после этого лагеря невозможен. Ну все. Тогда на этом я прощаюсь с вами. И завершение мы, если будет завершение, увидимся в следующем видео. До свидания.